на канале в гостях у Алисы и Егора. Да, мы сегодня будем девочки, эксики, бараны. Кексики, бараны. Да, Егор с Алисой будут украшать сегодня кексы и сделают из них капкейки, кексы, капкейки и сделают из них барашков. Таких вот специальных. Да, головы барашков они уже сделали, и специальные с сахарной мастики с красителем, с таким с розовым. С мастики с сахаром. Ну, с мастики с сахаром, с сахарной мастики, да. И что у них есть? Да. Два кекса, Егор и Алиса, кекса, крем масляный и маршмеллоу, и маленькие такие, стружка. Маленькие маршмеллоу. Они ну что? Вкусные. Ну, конечно, вкусные. Что, приступаем? Да. Сначала крем намазываем. Сначала намазывают, шубу делают барашку, да? Да. Куда шуба будет крепиться, намазывают масляный крем. Это как бы клей для шубы его. Да, клей для шубы. Егор придумал правильно, как он будет называться, да? Да. Да. Так. Ну вы это, побольше можете мазать, потому что надо, чтобы прилипали эти вот. Маршмеллоу. Маршмеллоу. Вот так вот, Егор, и пускай так остается. И бери новой ложкой и также размазывай. Алиса, тоже ложечкой побольше бери. Да? Угу. Угу. Тебе помочь? Да не буду. Да нет, ну давай делай. Ладно, я думал, тебе помочь надо. Мне кажется, Алиса, тебе надо помочь. Нет. Да. Да не надо. Да надо. Да нет. Да надо. Да нет. Да давай помогу тебе. Нет. Ну давай чуть-чуть я помогу. Я хочу сама. Сама? Угу. Я забыла 3 года. А. Тебе уже 4 скоро будет. Да, в июне. Как и мне в июне. Давай помогу тебе. Нет. Давай. Нет. Ты же еще маленькая у нас. Я большая. Ты уже большая? Да. А когда ты успела вырасти? Из 3 года, когда я кушала торт. А, когда тебе 3 года исполнилось, и ты кушала торт, и ты уже выросла в то время, да? Угу. Ну ты на годик. Тебе было 2, стало 3, на годик выросла. Сейчас тебе 3, скоро будет 4. А для нее 1 годик это 10 лет. Точнее 12. Ну а чем я тебе там вытру? Так что упала, упала. Нет, не надо. Ложечкой потом соберешь и все. Пускай, это же масло. О, вот так, молодец. Сильно, сильно Алиса, только ложкой не маши. Егор, наверное, Алисе надо помочь, а то он походит до вечера, до самого. Ладно, ну я пока начну же выкатать. Ну, начинай, да. Если он не хочет. Приклеивается у тебя? Да. Угу. Ты сильно их не вдавливаешь, чтобы они вот так торчали хорошо? Алиса, давай Егор тебе поможет. Ну ты мажешь, мажешь, и у тебя что-то... Все на одном месте стоит. У тебя с ложки-то не смазывается ничего. Ну смотри, Егор сейчас уже закончит, а ты будешь еще только крем намазывать. Во, вот так вот, во, молодец. И теперь с другой стороны точно так же. Еще бери, все, это не надо размазывать. Бери другой, бери еще ложечкой и с другой стороны. О. Да. О, молодец. Только на тарелочке, а то сейчас все на пол полетит. Пускай на тарелочку лучше летит. О, молодец. Все, теперь давай тоже бери маршмеллоу и вот так вот, как Егор. И кто украшает. Бы себе сделает тому приз первый бабарас. Давай вот так вот сюда. Егор, пододвинь, чтобы ей удобно было. Масло я заберу. Давай вот сюда вот ставь. Давай. Давай ложечку. Нет, вот сюда ложечку. Вот, и теперь берите. Алиса, ты вот смотри, как Егор делает, и ты точно так же делай. Нет, по краям сначала, по краям надо. Не все. Пускай как сделает, так и сделает. Я и ты, мы в мире в гостях у Алисы и Егора. Алиса в мире в гостях у Алисы. И в гостях у барашка. Теперь прикрепливай голову, да? Ну, да, делай как. Я первый ряд уже сделал. Вот, теперь дальше. На маршмеллоу вкуснее. Ну, еще бы. Они были невкусные.
Паши какой получился. Он мне еще не получился. Ну, получается уже какой красивый. Так, Алиса тоже уже мордашку поставила. Ну, здорово получается. Алиса у нас получается уже не маленькая, уже большая, да? Угу. А когда успела подрасти-то? Э? Вчера. Вчера? Вчера? Ты за вчера так подросла? Вчера это у нее... Что, умеешь красивенькие кексики делать? Вчера это у нее один год. Да? Да, потом Мишка не хотел делать барана, он хотел эксперименты. Егор не хотел делать барана, хотел эксперименты? Да, если хотел сделать лисенка, которая светится. Ну, потому что Егор мальчик, ему не очень интересно это делать. Ему лучше эксперименты делать. А Алиса захотела сделать барашка. И Егору пришлось тоже делать барашка, да? Да, но после барашка мы сделаем, как этого, светящегося лисуна. Ну, посмотрим, чего-нибудь сделаем. Или лампу. Потому что светит. Красивый. Ты все на это? О, Алиса уже сделала своего барашка, да? Да, но у нее как-то, у нее зад, видишь, открытый. Да, вот. Ну, Егор говорит, что там сзади шубки не хватает. Украсть сзади шубкой тоже. Тут? Тут, ну, тут что-то упало, это проблема. Вот, вот, спереди. Вот у Егора какой получился барашек, замечательный. Я сейчас вставлю каждую дырочку. Каждую штучечку. Все. Все? Давай покажем, какого у Алисы барашек получился. Папа. Так, вот такой получился у Алисы барашек, да? Угу. Так, как бы его, чтобы было видно лучше. Вот такой барашек получился. Да, мальчика нам включила компьютер. Да. Угу. Как покажут делать барашек. Да. Угу. Вот мы такой вот барашек. Мы хотели цветной розовый. И у Егора. Держи, Алиса. Держи. И у Егора вот такой получился красивенький барашек. Да? Вот такая голова, тут глазки, да? И шубка. Опять упали! Шубка такая. Ну, здесь ты ничего не будешь. Здесь маршмеллоунки. Что, упал, да? Ох, не интересно. Можно посадить на маршмеллоу? Не, не надо, не надо. Так, это все убираем, а то Егор сейчас все съест. Нет, ну что, понравилось всем, как Алиса с Егором сделали барашков своих, да? Да. Из простого кекса, из масляного крема, из маршмеллоу и сахарной мастики, да? Да, очень, так много ингредиентов. Да, так много ингредиентов. Алиса, поверни, поверни мордашкой, Егор, вот, поверни мордашкой своего. Вот такой вот, нет, вот сюда вот, чтобы было видно, вот такой. У Алисы барашек получился. У него такой. И у Егора барашек. Привет, барашка, Алиса. Вот, они друг другу гости. Алиса. Так это два барашка Егора и Алисы, что ли? Давай сниматься! Это барашек и овечка, да? А давай сниматься на канале в гостях у барашка и овцы! Так что, у нас канал по-другому, что ли, теперь называется? Да, теперь с барашка и овцы! Ой-ой-ой! Так а на какой канал будем просить подписываться наших друзей? На ОПА канала! На ОПА канала? Овца убежала, все, она не хочет на этот канал подписываться, она хочет только на канал в гостях у Алисы и Егора. Ну это вообще у вас что-то получилось. Какое-то анимационное шоу у вас получилось. Да. Какие-то у вас барашки непонятные падают и падают. Вот такие, вот такие прикольные барашки получились у Алисы и Егора. Смотрите, мы... Ну что, всем говорим пока-пока. Пока, подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал Гостях у Алисы. Детки, смотрим. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наш канал. Можно скажу? Подписывайтесь на наш канал Гостях у Барашка и Овцы и на канал Гостях у Алисы и Егора. Пока-пока. Вот актеры. Да. Барашка и овцы. Барашка, и Алиса. Барашка играл Егор, а овцу играла Алиса. А зайчик играл. А зайчик играл зайчик. Нет, а зайчик играл папа. Всем пока-пока. Пока-пока. Но я начну его есть.
мучительно по зефирушкам.